think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня опять немочка, и сегодня я забрал дополнительно набор. Сейчас мы с вами решил я сегодня покачать немножко аккаунтик, и вот такой вот набор нам дали спустя сколько там, пару дней, ну неделя по сути, раз в неделю этот наборчик дается. Нави Геймерси, вводите за 2500 очи и можете получить дополнительно расходники, дополнительно скины. Самое основное здесь для меня карты, пока не получу Фрей, буду покупать эти наборы. Вот так вот. Других вариантов нет. Есть наборы, конечно, покруче, я показывал их, это за 4000. Предыдущий набор мы открывали, и с боди мы были купили, мы 4 карты таких открывали. В общем, у меня есть такие вот плюхи, давайте откроем сумочку на лисичку, плюс 2. Ну, в принципе, неплохо. Так, карточки мы оставим на потом, сейчас мы пойдем посмотрим, что мы там по плюхам получили. Обновились у нас уже акции, как раз 10 часов. Так, 15 сменок, это хорошо. Поехали, сейчас перезайду. В общем, кто играет на немке, кидайте заявочки, кто без гильдии, мы будем рассматривать их, будем по чуть-чуть чистить, те, кто не активные. Гильдия, к сожалению, фуловая, но у нас первые места, я скажу вам так, это поярче, чем на русском сервере, намного актива, здесь намного больше. Такс. Здесь у нас ничего не поменялось, судя по всему. Тут мы плюшку уже забрали, дали 20 камней. Один плюс один пакета, значит, пакеты появились, смотрим, что за пакеты. Это все донатная тема. Интересно, или дали пакет. Смотрите, сколько 1 плюс 1. Нифига себе. Накопление. Ого! Сейчас мы пойдем с вами просто сравним. Нету халявы за один сам, к сожалению. Или есть? Нет, это питомцы мы их забрали. Халяву за один сам, наверное, после полуночи дадут, скорее всего. Мне интересно сравнить. Так, что-то промелькал. 150 150, зефир, лисица, это за минимальные типа донаты, 50 этих, чем у меня на английском. Ну, немка живет своей жизнью, и честно скажу, здесь такие топовые ходовые плюхи дают по сравнению с другими серваками. Да, смотрите разницу. Тут такие чисто расходники на прокачку. Ну, не знаю, там со скинами, конечно. Ну, на немке и так возможность скины получить с донатом очень хорошая. Ребятушки, есть редкий найм. Сейчас будем пробовать с вами вытаскивать. Так, в шарике, я не знаю, оно открылась эта тема. Да, больше ничего такого нету. Тут нас не пускает. Так, поехали в шарики. Через 8 часов. Все. Хорошо. Что по героям? Показываю, что у меня по героям, говорю, по питомцам. Посмотрите, что у меня делается по пэтам на немке. Это при том, что я их, ну, это вот с яиц мы получаем, да, 50, 50, 250, 239, 271, 170, 170. И вот, смотрите, 360 ролика. Кролик реально топовый на битву гильдий. И не только, я для этого его забираю, чтобы потом можно было еще им бегать на подземках. Для подземок тоже он очень-очень крутой. Все, короче, все ждали вот это вот найм. Дали камни по 20 камней. Это, то есть, у вас есть две попытки
паролить, и на немке реально это редкий найм, это просто бомба. Можно вытащить целого зефира. Конечно, дофига еще всего другого есть, но даже по другим осколкам здесь тоже очень круто. К сожалению, только по 10 сразу за одну попытку юзается. Вот это вот хуже всего. Так, идем. Идем, будем качать. Реально кайфовые герои без доната. Такс. Кролик. Все, до 17 левела докачал. Нормально, что я вам могу сказать. Нормально так подкачали. 17 левел короля. Вспомнил сразу АС Андрюхин аккаунт. Лучше этого не показывать. Такс. Рудольфа, смотрите, 539 осколков. Его тоже я буду однозначно качать, потому что он снимает негативные эффекты, и мне он нужен будет тоже. Плюс отхил в... Блин, 4000 самоцветов здесь накопил и потратил. Ну, я считаю, не зря их потратил на плюхи. А он мне нужен будет для запределья, Рудик. Реально, на запределье он будет тоже очень крутым. Нормально так, чё я могу сказать? Это немка, ребят. Ой, блин. Отлично, 21 левел. Качать, правда, нечем, но это такое. Потом докачаем, получим какую-то халяву, потом займемся прокачкой скилла. Ну, ангелы это все такое, я их редко буду использовать. Кого еще из таких героев? Конечно же, льдышка. Нам надо будет скоро с вами проходить здесь подземки. Льдышка однозначно тоже востребованный герой для подземок. Он замораживает башни не только для подземок, для многих локаций. Такс. У нас будет третьим. Ну и цапа надо будет, наверное, качнуть. Но цап мелкий, поэтому от него особо толку на битве гильдии, честно говоря, и не будет. Хорошо, что ману дали. Вот, мана в наборах это вообще круто. Вот, те, кто ленивые, как я, качать вот это вот, бегать, айда фармить. Реально сложно. Так, это все мелкие, это я потом посмотрю. Что еще интересного? Дрога, кстати, неплохой. Посмотрите, 400 этого питомца. Я офигею. Донатные пэты здесь даются очень-очень офигенно. Такс. Что у нас тут? Ну, конечно, с суперпэтами это не сравнить. Но все же. Где там наш Рудик? Махатма. Надо будет и супер пэтов качать. Такс, ну что, поехали, попробуем жмакнуть разок. 20 осколков скелетики. Ну, я скажу, неплохо. И 50 осколков в Арктике. Блин, таким темпом просто изи можно будет пособирать все. Итого, это у меня дерево. Ну, дерево у меня вроде уже есть. Ну, по-моему, дерево. Если я не ошибаюсь, получили, вытащили. Да, дерево у нас уже есть. Это нам дали осколки были. Так, что по скинам? Тут можно просто подокачивать. Я пока их трогать не буду. Блин, у меня на Фрейе уже скины собраны. На некоторых героев тоже героев просто нет. Посмотрите по скинам, как здесь все кайфово. Реально классно. Даже тыковка. Так, хорошо. И на Мэри скин, но там надо монетку и 3000 самого. У меня, к сожалению, нету. Я бы забрал тоже в магазинке. Однозначно забрал бы скин. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали, попробуем открыть еще карты.
Бигфут или заклинательница? Седна. ПБшка. Блин, опять. Ну, повторки это тоже круто. А повторкам тоже надо радоваться, потому что мы будем экономить с вами по 20 тысяч кгажек. И при том, что это на халяву. Я считаю, это реально круто. Для меня, допустим, кгажки здесь, ну, реально сложно. Ну, надо фармить локации, все заморачиваться. Ну, вы понимаете, что многие не фармят, этого не делают. Че, попробуем карту за 9к забрать? Или за 90? Бля, на 90 стоило. Просрали 90к. Чик! Ведьмочка! Ведьмочка у нас, по-моему, тоже уже есть. Половина алтаря, короче, у нас, ребята, забита. Да, ведьма у нас уже есть. Окей, поехали посмотрим, что там у нас сегодня по противникам. Ну, особо там я нарываться не буду. Тут по-любому все с огниками, с фреями. Странно, здесь без огника. Блин, я хочу огня дособирать. Как я хочу, ребята, огня дособирать. Это просто пипец. Вы даже себе не представляете. Как, сколько бы он здесь у меня уже проблем решил. Они тут, походу, с отражалками сливаются очень быстро. У Зефир огник. Ну, возможно, это донатные аккаунты, кто его знает. Анубис у меня очень быстро сливается. Ну, смотрите, что мои делают наполовину. Ну, там герои со вторыми эволюциями, так, чтобы вы себе понимали. У меня герои без эволюции. Там Бугич. Блин, Некрос, Бугич. Мне, конечно, сложно таких еще бить. Рано мне на них идти. Что-то я психанул. Ну, хорошо, что там Махатму выпустил. Там Фрейя есть, не, мы тут ничего не потянем. Реально, реально сложно. Огник, понятно все. Знаете, тут такое ощущение, чем меньше силы, тем больше огников. Тут однозначно даже сюда нету смысла соваться. 700, 800, 900 это донаты. Бесполезно, бессмысленно. Наш потолок это до 300. Вот дерево, но тут опять же, тут Фрейя. Она просто моих будет сейчас стычки даже при блокировке. Шатать стычки. Плюс Минотавр. Тоже 312к. Что-то прям печаль. Ара. Космо есть. Блин, можно попробовать, конечно, но я очень сомневаюсь, что мы его затащим. Нет, это что-то я тоже психанул. Ну, видите, чем меньше силы, там по 300 были. Со скинами. Нет, тут, короче, нам ловить, походу, нечего. Топах. Тыква, Анубис, опять же, Фрейя. Фрейя, Космо, Бигфут. Ну, можно попробовать на Фрейе зависнуть, как вариант. Но там Супер Пэт и плюс Анубис сбоку. Ну, шанс, конечно, есть. Но у нас уже минус все герои. Да, тут не на ком так зависнуть. Можно на Анубисе попробовать зависнуть. Как варик. Мы включили Фрейю. Но на Анубисе мы можем ее блочить, в принципе, как вариант. Ворожей у меня должен давать. Не, все-таки сливается. Не хватает. Не хватает же, ну, это герои без эволюции. Че я тут хочу? Тут надо либо делать эволюцию, культист. Надо кому-то уже копить на эволюцию, походу. Потому что по-другому никак. Опять Фрейя. Ну, этого более-менее реально завалить, я думаю. Еще попробуем. Пожертвовали Махатмой. Так, ворожей. Давай, ворожей, тащи. Все равно сливается. Сливуны, короче. Надо делать эволюции. Без эволюции сложно. Сложно бить топов. Или Фрейя должна хотя бы быть. Но я надеюсь на Фрейю. Я ее жду.
Будет Фрея, тогда можно будет делать все, что хочешь. Вот смотрю, Стрелок, Ара, Роз, Стрелок, то Стрелок. Так, Махатма, сейчас Махатма нас нафиг всех унесет, наверное. Одержимый Махатма, это жопа. Надо было сверху заходить, наверное, скорее всего. Не, ничего себе, красавчики! Посмотрите, что мы и сделали. Вообще жесткие, типа, землеройку только ушатали. Блин, либо вариант делать землеройки вторую эволюцию. И делать с него, плюс у него и скин, ловить подашку. И делать, чтобы он мог... Римок жалко нету. Чтобы он дамажил нормально, как вариант. Были бы ремочки, можно было бы без проблем. Попробовать затащить. Да, тут противники у нас, конечно. Что-то мы перебрали силу, походу. Кидают такие гильдии. Да хотя бы таких бить. Ну вот, видите, такие же, как и я, в принципе, где-то плюс-минус. Стартанем от 300, посмотрим. Тут космо есть. Ну, Огник. Огник будет многое решать, это уже, вот смотрите. Зефир. Ну реально, тут много без донатов есть, многие получают... Именно с этих камешков героев. Некроса, в принципе, как вариант, тоже можно попробовать собрать. Но я пока фармлю в первую очередь Мэри. Блин, ниже 200, все злые. Пока фармим Мэри, ждем... Блин, надо, кстати, будет копить. Где-то на днях должны, надо 1300 самым накопить. На днях должны опять нам будут завести. Тут Фрея, тут опять без вариантов. Наборчик, и будет у нас очередная порция, походу, плюх. А, будем пробовать с вами дособирать Огника. То есть Мэри, Огник — это самые ближайшие донатные герои у нас в плане. Потом будет у нас лис по чуть-чуть собираться. У нас уже треть лисицы есть, в принципе. Ну, Барт. Здесь, к сожалению, вот Боди описал, здесь очень у нас проблемно с донатными картами. Их фактически не дают. А, и с другой стороны, здесь дофига всего для бездоната. То есть, ну, как бы... Сюда еще карты, если бы добавили, то это все, это был бы трэш. Без доната были бы фуловыми. Тем более здесь играют люди, которые все время фармят. Так, отлично. Еще одного сейчас кого-то. Давайте с первой гильдии вжарим, чтобы побольше чей затащить. Нифига себе, дамажит они. Там либо отражалки. Похрен его знает что. Блин, Фрея, Огник. Мне Огник нужен. В принципе, будет Огник. Можно будет хоть как-то попробовать воевать против Фреи. Потому что пока вариантов, ну, у меня, к сожалению, с моими героями никаких нет. Огник хоть будет как дальник разбивать всех. Ну и в него я по-любому буду вливать в первом. Если не будет Фрея и все ресурсы. То есть я буду стараться ему сделать эволюцию, прокачать. Так, отлично. Ну что, я битву гильдии у себя прошел. 18-й по топу.
Здесь ребята побольше понабивали, но не надо героев. У меня герои без эволюции пока. Такс. Что-то нам хотят дать. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Залетайте к нам в гильдию. Обмена, кстати, у нас таки не включили. Обмена так у нас и нет. Я буду дальше фармить локации уже следующие. Кстати, давайте попробуем ради интереса зафармить Аджей. Ну, мне интересно просто посмотреть, что мы сможем сделать сейчас. Мы немножко героев подкачали. Землеройка у нас уже со скином. И все-таки у нас здания валят. Надо больше дамага. Не хватает чисто дамага. Первую и вторую проходим. Ну, конечно, еще зависит от того, как залетает. Но, видите, дракосы с ракосы нам полностью все руинят. Ну, а J3 прошли. Вот, нормально. Да, все-таки разбивают. Кто тут у нас? Варлок. В принципе, можно. Я думаю, можно будет попробовать. Надо сейчас глянуть, еще чекнуть скины на здание. Блин, смотрите, как AJ3 землеройка реально вытащил. Блин, не оттуда зашли. Ну-ну-ну-ну-ну, AJ4, нифига себе, ребята, мы до AJ5 дошли. Держимся, держимся, блядь. AJ5 не получилось. Блин, шанс есть, я вам скажу так, шансы есть. Если мы до AJ5 так легко доходим, в принципе, то я думаю, что можно. Ну, надо, наверное, все-таки делать или Анубису эволюцию для этой темы, чтобы он просто их ушатывал. Но здесь есть варлоки, и надо очень супер-мега удачу иметь, чтобы затащить. Мы и так с такими героями до Джей уже долезли. Надо, короче, пробовать. Ну, будут попытки, буду постепенно пробовать. Надо подземочки подфармить для дальнейшей прокачки героев. Плюс надо хранилище подкачать, чтобы не тратить золото. Точнее, да, не тратить гемы на золото. В общем, есть чем заниматься на немке. Блин, неудачно зашли. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.